В 2004 году меня пригласили на обслуживание, так скажем, одного матча «Рубин-Спартак». Гол забил в Лаизио, помню. И там не смог диктор, который в то время работал на футболе. В срочном порядке просто искали диктора, потому что буквально на следующий день матч был. Один мой друг предложил, говорит, вот возьмите Тимура, хотя у меня основная работа абсолютно не связана с футболом. Взял микрофон, сказали, он не испугается, потому что трибуны действительно давят. Ну, то есть тогда еще аншлаги полные были, всегда был полный стадион на таких топовых матчах в первые годы. Взял микрофон, это объявлял, потом Александр Рустамович Айбатов посчитал со временем, что я дорос до основного состава футбольного клуба, так скажем, основного диктора. И через полгода мне предложили стать диктором футбольного клуба «Рубин». С утра я уже, можно сказать, к матчу готовлюсь. Я сразу стараюсь не делать тяжелую работу, потому что работа голосом, она тоже к физической нагрузке. Именно вот в этот день она не предполагает сильно. Я стараюсь, если там что-то в огороде или по дому, делать легкое, без особого напряжения, там, ну, не кирпичи, так сказать, так скажем. Интересная работа, любимая из тех трех работ, на которых я работаю, она самая любимая. Самая низкооплачиваемая и самая любимая. Протоколов нет еще? А? Через сколько? Идем. Вот это место, да, где проходит весь матч. Да, это наша радиорубка. Почти в полном составе. Сюда еще придет пресс-атташе. И потом здесь греется Иннокентий Кеша, которого все болельщики настоящие знают, который у нас человек на колесах, так скажем. А вот это место греется. Удобное для вот диктора? Это самый удобный вариант, который может быть? Или наоборот, интереснее, например, был бы с Бровки? Нет. С Бровки, во-первых, я когда сам футбол смотрю не диктором, а просто на выезде или в Лужниках, например, ниже 40-го ряда стараюсь вообще не садиться. 30-40-й ряд. Потому что здесь как в телевизоре, но только здесь нет вот этой рамки, ограничивающей полполя. Видно, что две команды играют по определенной схеме. То есть вот эта линия движется так, этот встает на место того, поэтому сверху футбол мне больше нравится смотреть. И вот эта заявка, которая на матч, то есть если снимать, это действительно заполнена Айбатовым Александром Рустамовичем, кто не знает, это у нас исполнительный директор, многолетний человек, который предан Рубину, самый такой, для меня вот сейчас авторитет он в футболе из административного состава самый большой. Он реально заполняет этот состав команды, он подписывает, а потом уже для корреспондентов, ну, он может позже появится, может не появится, он мне ни к чему, ну, то есть по своей работе. Я все равно составы перепечатываю, потому что добираю ударение. У многих тренеров они не обязаны обладать правилом чисто списания и очень хорошо заполнять протоколы. Некоторые пишут, как курица лапы, приходится расшифровывать, так скажем. Болельщики у нас стали лучше болеть, громче скандировать. Да, это однозначно. Еще была вот организационная ошибка, мое мнение, но это уже ошибка сейчас ни к чему исправлять. То, что фанатскую трибуну туда поставили под гостевой команды, под крышу. С точки зрения, опять-таки, организации звука, 10 человек там крикнет так, как весь Восток будет поддерживать и не будет слышно, потому что звук идет. Надо было вот туда и под дождичек, как говорится. Кто на выезд ездит, должен... Как это? Про армейские. Да, я кровожаден, я люблю Рубин. Один, два, три. Раз, раз. Один, два, три. Четыре, ноль, четыре, ноль, четыре, ноль. Виктор Юрьевич, спасибо. Добрый день, уважаемые любители футбола.
Сегодня на нашем стадионе проходит матч команды «Рубин». Футболки и гетры рубиновые. Выступает в следующем составе. Номер первый – Сергей Рыжиков. Что самое сложное в этой работе? Ну, для меня эмоции. Я человек очень эмоциональный. То есть иногда хочется сказать, мне ребят смеются, я бывает вот так окно открою. И там, ну, какой-нибудь Безбородов бывает же. Ну, что-то он не то сделает. Ну, судьи же не критикуют так. Без... Они говорят, что ты кричишь, микрофон возьми, ты скажи, просто прикалываются. Потому что я не выдерживаю, я начинаю как нормальный болельщик. То есть я когда не был диктором, я с трибуны однозначно кричал. Ну, все, что думаю по некоторым поводам. Вот. Ну, в том числе и в сторону судей. Но это часть футбола, они, видимо, привыкли, им это нравится. Я не помню, кто из ребят мне просто перед сезоном сказал, может, мы же постепенно шли. То есть у нас остановили, сначала все мертво было. У нас не было ведущих, постепенно мы... как получилось, что мы гол начали объявлять, вернее, не я, а вы начали объявлять гол. Это был гол Домингоса какой-то. Я не помню, какой матч. Там очень хороший гол был. Вот здесь мы объявляем, а Саша, пресс-старший Рубина, который помогает мне работать там с заменами и прочее, я объявляю Алехандро, то есть на эмоциях, и неважно какой матч. И мы поняли, что трибуны кричат. У меня Саша так за плечо, дёрг. Ну, то есть, это его заслуга, так скажем. Он меня взял за плечо, буквально дернул, а в этот момент я понял, то есть пауза увеличилась, и я услышал вот снизу, да, окно было открыто. Гол забил, номер 10-й, Алан. Алан! Алан! Благодарим болельщиков за поддержку команды. Поздравим наших футболистов. Они играли для вас.